Более 10 тысяч жителей Усть-Каменогорска остались без питьевой воды. На водопроводе произошла серьезная авария. Население нескольких микрорайонов вынуждено ждет окончания ремонта. Две бригады сотрудников горводоканала уже устраняют последствия ЧП. Людям в это время привозят воду на водовозах. Зима была это малоснежная, поэтому сильно промерз грунт. Сейчас грунт отходит, земля играет, поэтому авария произошла. Планируем до вечера сделать, часов до 8.